Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня будет тренировка из двух упражнений на максимум: отжимания от пола и приседания. Делаем 10 отжиманий, 10 приседаний. И так без отдыха. Сколько сможем кругов? Ну, можно делать. Давайте будем делать. Ну да. Не, давайте по 15. По 15. 10 слишком мало. Начинаем. Опа. Кругов сделали. Второй блок упражнений. Сделаем отжимания на максимум после 5 кругов, что мы выбрали ранее. Начинаем. Посмотрим, сколько я смогу, уже утомив грудные. Попробуем на максимум. И посмотрим. И узнаем, что будет, если сделать, не знаю, максимум разгибаний руки в наклоне. Берем нашу модную гантель и делаем до отказа, пока все вообще так, чтобы видно было, что делаю правильно, как по учебнику. Локоток выше, не вот это покачивание, а чуть выше. И вот
перли сюда и... Первый блок был отжимание в суперсете с приседаниями. Сделал 5 кругов без отдыха между кругами. Вторым блоком было отжимание на максимум, сколько смогу. И третий блок, третье упражнение было разгибание руки в наклоне на максимум. Кому понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал. До новых встреч, жду вас на своем канале.